Елена Борисовна, здравствуйте. А можно такой вопрос? Как вы... поддерживаете содержание наших плакатов и наше народно-освободительное движение? Поддерживайте наши плакаты и наше народно-освободительное движение. Народно-освободительное движение от кого? От внешнего управления. Россия – колония США с 91 года. Это факт. ЦБ не подконтролен государству. А у нас запрет государственной идеологии. Не готов ответить. Не, ну вот наши, вот вы видите же, там Владимир Владимирович Путин, Шойгу, Бастрыкин, Володин, Евгений Алексеевич Федоров. Шайки называют людей. Шойгу. Шойгу. А, господи, понял. Я, простите, пожалуйста. Устали? Очень. Я понял. Ну, хотя бы вот этих лидеров поддерживаете нашего движения? Я... Что есть совесть? Такого термина в Священном Писании нет. А значит, его нет и в природе. Термин «нравственность» отсутствует в Священном Писании по той же причине, по какой отсутствует термин «совесть». Ну, вы за суверенитет России и восстановление единого Отечества в границах 45-го года? Ну, вы знаете, это будет очень хорошая история, если мы вернемся к нашему союзничеству. Но здесь хотят ли они это? Здесь нужно в любом случае... Не, народ-то хочет простой, не хотит элита. Я тоже простой, да? Да, я согласен, элита, я не про вас говорю, элиты, та верхушка власти, которая обработана США и которая работает на них. Знаете, патриотизм, наверное, в том и заключается, чтобы быть преданным своей родине. Согласен. Я бы не работал, работать ради тех, кто для того, чтобы я слышал. Ради тех, знаете, мне отец всегда говорил, а родителям не должно быть стыдно, а дети должны гордиться. Вы знаете, и каждый должен для себя сделать вывод, кто-то будет гордиться, кому-то. Благодарю вас. Всего доброго. Служим Отечеству. Это была Шумилова Елена Борисовна, сенатор Республики Коми. Вот плакат. Совет Федерации, 22 июня. Команда нодовская наша, команда, без которой нам не жить. Пишите свои комментарии, друзья.